Как и в первом матче, Ростов быстро пропустил на 4-й минуте, но в этот раз мгновенно ответил, причем мощной серией ударов. 3 шайбы влетели в ворота соперника за 4 минуты. Мартынов бросил шайбу от своих ворот, она долетела до противоположного борта и отскочила на пятачок, где первым оказался Блинов. Тут же ростовчане как будто в большинстве зажали пятерку соперника в зоне и геометрическую комбинацию в касание замкнул Прохоров, а завершил ударную трехголовку Меркулов. Такая скорострельность вывела из себя вратаря «Кристалла», и тренер его заменил. Свой результат замена какое-то время давала. Счет 1-3 удержался до перерыва, а во втором периоде забивали только саратовцы. Сначала ошибся на выходе наш вратарь, а потом Ростов пропустил в меньшинстве. В третьем периоде нам пришлось начинать сначала, и начали мы сходу. На 28-й секунде соперники ошиблись при выходе из зоны, и Прохоров четко реализовал выход 1-1, а закрепил преимущество за 5 минут до финальной сирены Щербаков, убежав в контратаку в меньшинстве. Выиграв 5-3, Ростов начал новую победную серию, хотя впереди выезд в Саранск, серьезно обиженный на донском льду Мордовии. 2 матча будут сыграны на выходных. Роман Саганов, Александр Шкурко, Дон-24, Саратов.